пища была хорошая. То есть если вы скушали вам плохо по звене, это плохо, такую нельзя кушать. То есть она испорченная может быть. Ну, все может. Все может быть. Раз в году стреляет ружье, которое висит на стенке. Значит, еще раз. Обязательно горячее должно быть. Обязательно. Здесь, если вы горячее, то если вы будете кушать кока-колу, там, пирожки жрать, вы испортите желудок. Вы не сможете тренироваться. У спортсмена должно быть здоровые зубы, не должны болеть. Больные зубы, плохо кушают. Плохо кушаете, нет сил тренироваться. Я когда в армии был, я кушал все, что можно. Черняку, хлеб, все для того, чтобы силы были бегать кровь, чтобы что-то делать. Пусть она снимет кимоно, посидит пару минут. Еще раз, обязательно надо будет кушать. Нельзя кушать жирное. Нет, Руслан. Так, переведешь. Эй, жирное нельзя кушать. Масло, сметану, перед тренировкой. Да, мясо нельзя кушать на шаг. Первое. Супчик. Хлебушек. Да. Но нельзя много жидкости, нельзя много воды. Да, буду спать много. Все будет мутная река, ветки, Да, на тренировке. Никакой воды. Посмотрите на себя. Вот на него, Артем. Посмотрите, у него какие щечки. Да. Вода выходит. Воду туда, он уже тренироваться не будет. У меня время покушать. А, время покушать? Да. Хорошо. Хорошо. А где твой этот холодильничек? Я уже в своем. Можно хотим? Не поднимай, пожалуйста. Да он свечу руку. Еще раз. Нельзя кушать перед тренировкой. Но перекусить надо. За час можно сделать обед. А как ведь? Бутерброда можно? Можно. Вот очень хорошо чужие пахнут. Вот, например, Вика принесла бутерброд, а ты съел. Классно. Это прекрасно. Стоп. Вы поняли, да? Будьте внимательны, а то вы когда наклонитесь вперед, вам плохо станет. Вам сметана, нет. Сметана, вы хотите, это, конечно, плохо. В воде напился, желудок. Все, руки отекают, пот течет. Все, приготовились, кувырок делаем. Приготовили. Сейчас на оценку будем делать. Стали. Девочки, Стой пас, девочки, и на поле. Поехали. Приготовились. Первую руку подняли. Отжимаем. Пошли кувырок. И ушли. Вторые номера руку подняли. Отсюда. Вот. Видите? Сделали кувырок. Нужно что сделать отсюда? Оп. И встать, когда оценка выше. Третье. Отсюда. Умница. Ты падал? Вот ты представь, что ты на асфальте. У тебя нога здесь. Ножки вот так. Ушел. Приготовились. Отсюда. Умница, но колени должны быть, вот голова должна проходить между коленей. Если колени здесь, ты лбом ударяешься в колени. Молодец. Готовы? Пожалуйста. Следующее. Пожалуйста, самостоятельно пошли. Делаем по три раза. Делаем, отжимаем самостоятельно. Так, еще одна минута, не очень хорошо. Нет, это для страховки ты хорошо сделала. Умница. Умница.
Умница. Можно я так, стоп, Матэр. Матэр, встали на свои места. Боец, сюда. Вы. Вы остаетесь. Вы. Николай, перейдите сядь сюда, пожалуйста. Знаете, где это? А мы подойдем, посмотрим. Прошу вас, представьте сюда. Вы остаетесь. На оценку делаем кувырок. На оценку. Там. Друг за другом. Одну секундочку. Сейчас я поставлю. О, вот так. Эту я выключу.